Интернет. Я наконец-то выложила свое первое YouTube-видео, вы восприняли его очень тепло, но вы — это мои знакомые родители. Поэтому я такая задумалась, почему же я не сделала этого раньше. И вот сейчас хочу записать вам коротенький апдейт о том, как у меня дела. Завтра я еду в Швецию. Это была старая поездка, которая отменилась, перенеслась с марта на конец августа, и поэтому у меня получилось, что, по сути, меня последние 2 месяца нет в Дублине. Никогда не угадаете, но это, кстати, вот это все, это Зара. Просто, наверное, я уже научилась выбирать в Заре правильные вещи. Ощущение здесь не очень, все-таки попробуем. Мы идем снимать видео и фотографировать вот эту картину, а потом я иду с друзьями пить в бар. Замечательный план на пятницу. Увидимся позже. В общем, мы отсняли танцевальное видео. Я сейчас иду вдоль реки Лихи. Я потом проведу вам экскурсию по Дублину. Какие здесь есть районы, чем я занимаюсь обычно. Сейчас иду в паб с самым вкусным пивом. Он называется Брюдог. Это шотландская компания. Они продают пиво по всей Великобритании и Ирландии. Вот. И это первый паб, который открылся у них в Дублине, он открылся в этом году. Остальные пабы все на территории United Kingdom. Также мой знакомый является акционером этой компании, и ему иногда подгоняют образцы. Я бы хотела еще раз признаться в любви ирландским таксистам, потому что только что у нас был очень классный диалог про таксиста. Вы представляете, обычный ирландский таксист, ему уже за 50, и он рассказывает, что он каждый год ездит с друзьями кататься на лыжи в Альпы, он вообще супер много пропутешествовал, он был во всей Европе, он был в Санкт-Петербурге, в Таллине, в Болгарии, в Румынии, и это может себе позволить обычный ирландский таксист, и я такая, вау, просто, когда вообще в Украине таксисты смогут позволять себе такой уровень жизни? Интернет, я в Швеции. Короче, Швеция — это страна, которая победила коронавирус. Здесь никто не ходит в масках, даже пограничники. И это очень странно после Испании, где маски носят все, везде и всегда. То есть тут уже на меня в автобусе смотрели, как на сумасшедшую в маске. И у меня на таможне девушка спрашивает паспорт и говорит: вы так много путешествуете? Я говорю, да, но не в этом году. Немножко я и соврала. Значит, я в Гетеборге, я не в Стокгольме. И билеты были типа супер дешевые, всего лишь 30 евро в обе стороны. Если кому интересно, то я продолжаю идти прямо. Я перешла дорогу, уже вижу впереди себя что-то красивое. Это что-то красивое похоже на церковь, но пока еще оно достаточно далеко. Вот. Я что хотела сказать. В этой поездке я должна была съездить в Норвегию и встретиться со своей знакомой, которая жила временно в этом городе. За это время она успела доучиться, короче, уехать отсюда к знакомому в Осло. Ну, как к знакомому, к бывшему в Осло я не поеду, потому что по приезду в Норвегию из Швеции нужно сидеть на карантине 2 недели. Нет, ну, у меня есть, конечно, план, но ну, не факт, короче, если все получится, то вы об этом... Конечно. Что же еще? Это есть буквально, блин, в каждом городе ирландский паб. Так, я уже переоделась. И сейчас иду в музей искусства. Там особенно разницы по времени не было, идти или ехать. Я решила пройтись. Вот. И попытаюсь сюда попасть, хотя остался всего лишь час до закрытия. Пожелайте мне удачи. Продолжаем мою любимую тему светофоров. Я только что переходила дорогу, посмотрела на пешеходном переходе. Короче,
Налево я посмотрела, там машин не было, конечно же, потому что они были справа, но я посмотрела только влево. Меня когда-нибудь так собьют, честно. Если меня собьют, то я об этом... Вот музей, и значит, что я в него сходила. Естественно, на меня не хватило времени. Я посвятила больше времени современному искусству, потому что это то, что я планирую изучать в колледже в ближайшие 2 года. Находилась в импрессионизме, ведь там висится классика, Гоген, Ван Гог, Мане. Но я это видела уже в других музеях мира. А, например, Эдварда Мунка я видела не так много, и несколько его картин висели здесь, в Швеции. А сейчас я отправляюсь на остров, на пароме, вот, и я надеюсь здесь попасть в лес, в общем, там такая достаточно дикая природа, судя по фотографиям. Итак, я на речном вокзале или на морском вокзале, на паромном вокзале. В общем, я на вокзале ожидаю свой паром. И я, честно говоря, мне так нравится. Здесь так спокойно, тихо, люди вежливые, вдали от городской суеты. Жду не дождусь свой паром. Ну, я даже не знаю, как это комментировать. Они вообще в курсе, что это флаг другой страны? Пока я иду по лесу, тут еще такая атмосфера. Значит, время рассказать вам историю, которая со мной недавно произошла. Решила как-то... Дело уже было под утро, реально, часов 5 утра. Прогуглить одного своего одноклассника. Я вообще, честно, забыла про его существование. Это одноклассник из начальной школы. И тут я такая, ага, там, а как... Вот дела у этого человека. И оказалось, что он типа в соцсетях не особо присутствует. Но я подумала, ладно, то у него еще была маленькая сестра, пиздючка такая бегала. Девочки обычно более активны в соцсетях, чем мальчики. Загуглю-ка я ее. Но я ее нагуглила. У них отчество уникальное. В общем, нагуглить было достаточно легко. Короче, если вбить имя, фамилию, город Одесса, то сразу высвечивается криминальная хроника, потому что эта пиздючка убила болторезом человека, какую-то женщину. И я прям сижу, я такая, нахуя вообще это гуглила? Я не хотела этого знать просто. Я по-прежнему очень голодная, но также мне захотелось спать, поэтому я даже нашла классный ресторан с рейтингом 4.9. И там даже есть, это не просто ресторан, это испанский тапас-бар. Но, блин, короче, мне кажется, я сдаюсь, и спать все-таки я хочу больше, поэтому я иду есть в супермаркет. Короче, я сдалась, купила ужин в супермаркете 7-Eleven. Вот это мой шикарный ужин. Мне всю же жизнь по ресторанам ходить. Живу тоже не бог весь какие условия, но зато вся комната только для меня. Здесь никого больше не будет. И
Здесь даже окна нет. Ну ладно, но зато я плачу очень дешево, это в центре. И я выкупила его так, чтобы у меня не было соседей. Клоповник клопковником, конечно.